Лидер доверия – звание, которое нельзя купить или получить по блату. Каждый лауреат – реальный флагман своей отрасли. В ремонте автотехники это, безусловно, группа компаний «Омега-Центр». Об этом говорит не только число подобных наград. Нынешняя победа уже четвертая. Об этом говорят в первую очередь цифры. Ежемесячно через руки этих специалистов проходит больше 1000 машин. Для клиента, в первую очередь, что мы для себя видим, любой клиент приезжает не со сломанной машиной, он приезжает с проблемой. Вот. Наша задача – решить его проблему. Вот. Также такие вещи, как элементарная замена лампочки или капитальный ремонт двигателя, они не отличаются по сути, потому что это проблема клиента, и мы ее решаем. Расширение и модернизация производства – это то, что отличает успешную компанию от обычной. В «Омега-центре» это прекрасно понимают. Именно поэтому здесь уже увеличили площади кузовного цеха. Причем, помимо ремонта разного уровня сложности, здесь сегодня можно своего железного коня еще и перекрасить. Специальный мастер подбирает цвет вплоть до микронюансов. Стараемся представлять услуги самые качественные, современные. Всегда обучаем своих специалистов. Работаем только хорошими материалами, желательно премиум, да, например, как в кузовном цехе, то есть мы используем материалы Sikkens. Мы стараемся, скажем так, не то что даже угадать, а предоставить клиенту его ожидания от посещения нашего техцентра. То, что клиент хочет получить от нас, он и получает. Расширение услуг – это путь к комплексному запросу клиента. Тут даже есть своя автомойка на самообслуживание. Впрочем, и это еще не все. «Омега-центр» постоянно обновляет оборудование, обучает специалистов. Как говорится, идет в ногу со временем, порой даже опережая его. Так что звание «Лидер доверия» можно будет оставлять себе смело, причем долгосрочно. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».